have ways of blowing things up. Блин, это уже цветочный уровень. Встретили дракона. Нет, дракона! Огромная мускулистая бронированная ящера, летающая дышащего огнем. А еще на столике лежат два больших Дайса D6. Забираем Дайса. Увеличивает срабатывание всех способностей на 5%. Шансом вроде чуть-чуть. На том спасибо. Реально на том спасибо, что хоть не убили. Так, народ. Пищаль. 25 плюс 4. Кто у нас с пищалью? Ты? Ты. У тебя урон сейчас в районе 400 со всеми бонусами. Ну, блин, за 7 поинтов 400 урона купить... Да, давайте. Ну, то есть я не вижу тут ничего плохого. И так по скидке. Смотрим, как по дэмэджу проходит. Чувак убежал к медикам лечиться, что круто. Итак, медики применяют способность лечения на противников, нанося им от силы, а союзников больше не лечат вообще. Нет, спасибо. Признанные существа при атаке имеют 40% шанс поджечь цель, что нанесет ей 160 урона. Я бы, кстати, на это взял бы, потому что у меня боты призываются. Да, давайте. Не знаю. Туда эту слюну кинула. Мечники держатся, но я бы не сказал, что они прям сейчас что-то при лечении медики дают бонус 40% к атаке цели на 10 секунд. Ой-о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 й, вот это красиво сейчас. Пойдем. Ай, я опять без еды остался, но я молодец. Тут я вот на этом уровне в прошлый раз слился. Ну да, он убегает лечиться, но все равно как-то я себя не очень спокойно чувствую при этом. Чем могу качнуть? Я могу еще им жизнь качнуть, кстати. За 150 можно бонус тупо 400. Ну блин, на 400 это уже на данном случае. Сейчас лучше бы в процентном соотношении, может быть. Всех способностей, защите от магии, манна, ускоренная перезарядка. А тут на что? Магический урон. Кстати, магический урон человека. Бонус к мане можно качнуть, можно к скорости. О, да, к скорости хорошо было бы. Или все-таки... Ладно, давайте к хпшке и к мане. И еще одного медика возьму. Я сейчас просто перестраховываюсь. Ну, получается, за едой надо бежать. А у меня нет денег сейчас купить какую-то нормальную еду, ну ладно. Что-то плотная дамочка такая, кстати. Да, видите, на слона мне не хватает. Тогда я могу голодным пойти сейчас дальше. Я же когда голоден, я получаю там какие-то бонусы, но надо будет вспомнить сейчас какие. голод. Скорость атаки. То есть меньше дэмэджа, больше скорости атаки. Мне бы их отличить как-то всех. Потому что. Ну и так мечников 4, и они еще и на грани. Сейчас они очень голодны.
Кого? Да нет, вроде все живы. Так вот звук был, как будто кого-то убили. Давайте еще тут подеремся. Ребят, давайте скорее убивать как-то, что ли. Да, вот тут можно купить мамонта. И вот давайте дальше сходим, тут подеремся. Они распадаются на всякую фигню еще. Ладно. Мне нравится, что мне выстраивается вот эта батарея огня. Можно пойти купить тут еще хавчик. Все равно к боссу ползти вот так вот придется. Но мы будем еще на этаж более-менее плюс-минус с едой. Итак, что у нас тут? Я не помню. Что-то большое и злое. Какой-то мегамозг. Блин! Мечник! Он пока в крутилке. Он пока в крутилке, он не бежит лечиться. Вот в этом проблема. Что у нас полностью излечит выбранного юнита? Да, давайте. Три этих у нас использования. Пока что подожду. Помогите, они заперли меня и заставляют придумать текстовый ивент. А, да, я понял, кстати. Угу. Пока бери 20 жетонов и играй дальше. Спасибо. Так. У нас по распродаже медик. Которого я, пожалуй, возьму. Медиков много не бывает. А, мне бы передний край, значит, сейчас укрепить. Как-то. О, пила по распродаже. Давай, иди сюда. Обычно я не найду, да? Найду. Ну, буду держать его, наверное, вот тут сзади. Как-то... У меня 3 бензопилы будет. А, я, по-моему, уже перебарщиваю. Мне сейчас скоро будет нечем это все кормить. 21 человек. Ну, ладно, увеличили дэмэдж таким образом, количественно. О, помидорчики. Кстати, вроде пока неплохо. Давайте слона куплю. Пойдем в эту сторону. Тут откроется? Да, тут еще в бок откроется. Капусточка. И дрона нету. Это они по одному попроглатывали. Хотя не, вроде держимся, нормально. Еще один медик по скидке. Блин, я возьму. Я могу об этом пожалеть, но я возьму. Все, наверное, хватит людей. Нужно потихонечку начинать их укреплять дальше. Ой, вот этих тараканов я раньше не видел. Блин, лазерного меча держите. Знаешь что? Во-первых, полностью исцелить выбранного. Вот это тебя. Отлично, мне это подходит. Для стрелков. Класс стрелки получает бонус 30 к скорости атаки. Просто на месте. Да, давайте.
Помидорчики, поехали. Брать еду, не брать еду. Не буду пока что. Я все равно телепортируюсь бесплатно, без употребления пищи. Ну, что-то загорается, что-то да, что-то... Видите это, да? Мечника мне, пожалуйста, целиком. А, ктулхи, тентакли, да. Никто не может применять способность в течение первых 2 секунд боя. Да, давайте. Блин, вот они плотные, эти капусты. Так, бензопилу могут убрать. Ну, блин, ладно. Что у нас по 110 надо? 110, 150. Тут в процентном взаимоотношении 7000. Ладно, посмотрим. Что с... А, да-да-да. Что тебе там надо? Конечно, нет. Да, глупые маленькие. Это принесите. А, капусту принести ему, точно. Ну что ж, вот и Басецкий. Поехали. На этом этаже капусты я уже нигде не найду. Что это за мозги из Дума? Что-то мы как-то быстренько его прям слили. Не знаю, уровни были страшнее, чем... А что у нас тут? Создает в свободной клетке послушный клюв. Я не знаю, что это значит, поэтому я просто возьму потестить. Я сейчас вылечу вот чувачка. Возьму клюв. Без понятия. Попробуем потестить в следующий раз. Если получится, если не забуду. Так. А на дверь с яркой неоновой вывеской курсы прохождения лабиринтов. 100% гарантия результата. Опытные преподаватели из индустрии прохождения лабиринтов. Это что нам нужно? Доверенность профессионалам. Сжечь дотла. Да, сжечь дотла. 30 жетонов, 30 порций жирного мяска. Неплохо. Хорошо нажились. Ангел по скидке. Черт. Черт. Возьми. Я начинаю раскармливать уже свое войско просто. Все, 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 не покупаем больше, не покупаем, не покупаем. Это шопоголик этот. О, по скидке надо купить. Что за скорподети-мутанты, извините, пожалуйста. Короче, фишка в чем, что я вот этим вот ора-ора, ну не ора-ора, а крутящейся атакой, я, по-моему, обрекаю их на не очень хорошую участь. Потому что пока они крутятся, они не могут отступить к медику за поправкой здоровья. Что, блин? По-моему, вот эта штука, то, что забирает у них. Это помидорчика дают мне. Призыв автомата. Перед сражением. Да, давайте, я возьму. Я возьму, это весело. Я же брал себе для бафнутых персонажей бафы, как бы это ни звучало.
То есть у меня есть дроны, у меня есть существа при атаке с огоньком, у меня есть это. И еще и стрелки вызывают турели. Ну, как бы все нормально. Файт. Ну, пусть помидорчик танкует, я не против. Потому что дроны снимают уже слишком быстро. Блин, смотрите, как они мне стрелков изуродовали. Уроды. Так, тентакли. Цепная молния. Нет, нет, не годится. Человек потребляет меньше еды. Передвигается медленнее. Блин. Тут все для бойцов, твари. Бойцы снижают сопротивление магии. Ладно. Я сам себя перехитрил. Что могу сделать за эти деньги? Я могу бафнуть жизнь всем. Немножечко, но все-таки бафнуть жизнь всем. А тут только выход к боссу и все. Все мои медики сейчас заняты лечением стрелков, да? Ну, ладно, не все. Как раз 27. Тютелька, блин, в тютельку. Если вам кажется, что серия очень сильно затянулась, то вам не кажется. Серия очень сильно затянулась, но мне пофиг, потому что интересно. Ребят, если что, если вам тоже интересно, пишите. Вообще... Пишите, какие билды вы бы у себя попробовали, и вообще, как вы играли, не играли. Потому что, ну, как сейчас это выглядит, вообще суперски. Где этот чертов монстр? Мне же ему капусту надо отдать. А, вот он, кстати. Так, стрелков потихонечку отлечивают, откалечивают. Тут все-то вроде ничего, нормально идет. Не буду ничего покупать, пойдем. А сколько ты хотел капусты-то, кстати? Бог чего? Жизнь ничему полезного, жизнь может все стать. Даруй нам силу, бог жизни, желательно тот, который у нас... Давайте 35 жетонов. Я не помню, что он дает. Я лучше пока что сам разберусь. Ну, у меня просто относительно неплохо все идет. Я не хотел бы это портить. Что я могу бафнуть на эти деньги? 75. За 75, кстати, я много чего не бафну. Я могу по скорости атаки бафнуть. Оно мне надо. Регенерация. Во, блин, может регенерацию? Знаю, 10% здоровья, неважно сколько... А черт с ним, давайте. 10% не так много, но все же. То есть, получается, что вот стрелков я мог бы отрегенить именно таким образом. Вот их нам покалечили, потом их не трогают. И они потихонечку регенятся после каждого боя. Эх, пойдем попробуем. Что у нас тут с боссом? Пощупаем, по крайней мере, его. А, это Цербер. Да-да-да-да-да, помню тебя, урода. Ух. Блин, а мы... Черт, а мы с потерями. Но не смертельно. Не смертельно. Потому что мне это бензопильщика забрали. Угу. Дежеви возвращает на начало текущего уровня, срабатывает автоматически при проигрыше. Эти штуки раньше были, по-моему, мутациями, если не ошибаюсь. Срабатывает на том уровне, на котором уже получен нажатие, одно нажатие. Да ладно, пойдем. Но все равно клюв можно было протестить, но клюв я держу, наверное, то ли на вот босса тут. Человеки увидели висящий в воздухе куб, совершающий робота. А, да, кстати. Пожалуйста, я куб Розальский. Идите своей дорогой, статисты, не мешайте работать художнику. Ты офигел, куб, я тебе сейчас квадрат сделаю. А что создаешь?
Я делаю работу для та-та-та-та. Молча наблюдать за работой. Давайте молча нападем. Агрессия. Опять бессмысленная агрессия. Человек так агрессивный. Так примитивный. Куб и его материалы покрылись какой-то электрической сеткой и исчезли, оставив только запах озона далее. Ну и хорошо, в нейтрал. Разошлись в нейтрал. На боссе я потерял одного чебурека. Но вроде пока что не критично. Пойдемте попробуем посражаться за еду. Работают за еду, ага. Вон ту огромную фиговину надо бы... Хорошо, мечник пришел лечиться. У меня два мечника, калеки. Восстановились на 10% после боя. Отлично. Мало, конечно, но отлично. Давайте я вот этих вот, которые ушиблены, я их пока что назад отведу. Жалко. Поехали дальше. Ой, тут прям сколько всего насыпано. Ты только что боссом был, ты вообще нормальный. Так, восстановились на 10%, хорошо. Обычный меч... Да, обычный мечник у меня есть. Чем могу сейчас вообще на эти деньги сделать? Я могу ману? А, даже не могу, 39. Ха, игра, прекрати. А это у нас что? Синиты могут избегать получения негативного статуса с вероятностью негативного статуса. А, ага, понял. Хорошо. Нет, пока что ничего. Давайте вниз, что ли? Там, если дальше продолжение... Да, есть еще продолжение вниз. Хорошо. Поехали. Давай сначала этот инкубатор завалим, а потом вот этот глаз завалим. И видите, после каждого боя должно срабатывать восстановление на 10%. Да, отлично. Мне это подходит. Мечник получает способность отравить противника на 5 секунд. Раз в 18 секунд за 20 маны и нанести 280... Это, кстати, очень так прилично. Да, давайте. А стрелки? Способность стрелков дает больше скорости атаки. У них и так бешеная скорость атаки. Давайте я, наверное, мечников немножко бафну, чтобы они себя обделенными не чувствовали. Да, там третий портал в конце. Хорошо. Так, ну моменту, ребятушки. Сделаем вот так и вот так. Файт. Да сраный ты Цербер. Мочите его скорее! Короче, надо его мочить до того, как он начнет выть. Тогда все нормально. Вот, смотрите, по здоровью мы немножечко выровнялись. Что неплохо, что радует. Ну, инкубаторы. Ну, ладно. Ну, этих ребят мы тоже полопаем. Это уже последний босс прямо. Так, я по-любому попаду в эту комнату. Значит, тут я пока что ничего не беру. Я себе делаю баф на 20%. Там 20%, надеюсь. Не 15, 20% здоровья восстановления. И поехали сюда. О, тут эти мозги. Блин, а у них сработала способность. Скорее мочите их. Чуть-чуть не хватило, чтобы замочить двоих. И они сработали. У них сработала эта фигня с мозгами. Хавчик. Сколько здесь? Блин, это последний этаж. Он просто огромный. Ну, неплохо, неплохо. Может быть, еще... Ну, сейчас хавчик надо взять, а так, в принципе, нужно было, может быть, еще броньки им накинуть. Я, наверное, использую все свои возможности заработать здесь.
По возможности используй все возможности. Не надо выть. А мне кажется, или мы опять кого-то потеряли? Хотя вроде... Так, вот пила. Вот лазерный. Одну пилу еще тогда мы потеряли, да-да-да. Возьму, наверное, себе... Еще одну бензопилу. Они такие среднего класса, поэтому с ними удобно. А, еще и туда можно пойти. Прикольно, что они начинают крутиться и всех вот этих мелких бомбить тоже. Чувака в воздухе так подвесило. Итак, что нам предлагают? Нам предлагают ускоренную перезарядку. Нам предлагают, чтобы медики на противников. Не хочу, спасибо, я тогда сдохну, к черту. Стрелки. А, минуточку. Выжигание. Мечники получают способность выжить противника 30 маны раз в 12 секунд. Это неплохо. Классная способность. Давайте выжигание маны возьмем. Я знаю, попробуем. Фига себе, тут можно прям жевать, не переживать. Я думаю просто, что мечники, если накинутся на какого-то босса или что-то такое, сожрут ему всю ману, и чуваку станет резко плохо. Ему же может поплохить? Может. Давайте сюда пойти. У меня еще на 4 комнаты ходу. Раз, два. Того оглушили, а этого убили. Неплохо. Ничего не берем. Идем мы с вами. Нет, не нафиг. Не угадали. Сюда мы пойдем. Значит, еда закончится, но я думаю, мы там немножечко прикупим. А мы можем, кстати, и не прикупать. Ладно, одну возьмем, вот эту. Вот тут можно подраться. И еще к боссу не пойти, погодите. Видите, у них как только возможность свалить, они сразу же валят и телепортируются назад. Так, 21, мне уже не хватает, и хорошо. Здесь еда есть? Есть. Поэтому идем сюда. Деремся на голодный желудок. Потом покупаем еду и идем к боссу. По пути глядя, что можно бы... Что можно бы себе заапгрейдить. Так, нет, сначала покупаем еду и смотрим, что у нас осталось. 69, блин, не 70, жаль. Но с другой стороны, за 70 нам сейчас купить уже нечего. Можно за 60 взять еще скорость атаки себе, прикрутить еще 20%. Или же негативный статус за 30, за 40, видите, 70 могло бы быть. Получает бонус в защите от магии. 80 у меня нету. Давайте я, наверное, нет, это 80. Давайте скорость атаки накину. Ну, это оптимально того, что я могу сделать. Поехали.
Давайте вот эту штучку используем. Ну, потому что где мне еще использовать, если не здесь? Не знаю, что она мне даст. Файт! Прошли мы лабиринт до конца, хотя что-то ваша команда не выглядит достаточно сильной для моих целей. Мне нужны только отборные человеки с лучшими мутациями, и вас придется уничтожить. Ничего личного. Ва-ха-ха-ха. Ну, пока что выглядит неплохо. Ёлки! А чё ты кидаешься? Хорошо, теперь истинная форма. Я признаю, вы не так уж и слабы. Мне даже придется принять свою истинную форму. Приготовьтесь к переработке. Но мы вроде держимся. Смотрите, как они промахиваются. Ёлки-палки. Но с другой стороны, опять же говорю, медики вроде держатся, так что норм. Вот мы ему пол КПшки сняли. То, что он роботов разбивает, ну мне как-то пофиг, потому что роботы все равно... То, что спаунится... Блин, он страусов вызвал. Ларина. Ну все, ладно, мы затащили. Это получился очень хороший билд, и нам очень повезло с мутациями, я бы даже сказал. Это больше именно вот в этом дело, что было много мутаций, многие из них были удачные. Неплохо, очень даже неплохо. А чему ты удивлен? Лол, ты же не думал, что я уничтожил меня настоящего? Это была отборочная игра, ты ее наконец-то прошел. Впереди царь горы. А сейчас выполним расстановку в последний раз. Тебя ждет сражение с деспотами и их чемпионами из других реальностей. И не подведи меня. А птичку мне разрешат с собой взять? Она будет учитываться, не будет учитываться? Что я могу бафнуть? Я могу, наверное... От негативного статуса защититься. Вот так вот. И все, поехали. Итак, рандомный файт. С 32-м местом. У него ловкачи, врачи... Но они вроде проседают. Потому что у меня еще стрелки остались. Хорошо. С 16-м местом. А птичка-то остается. Мне нужно было ее на передовую закинуть. Птичка входит в финальный файт. Блин, круто. А этому чуваку я сливаю. Они еле-еле-еле держатся. Смотрите, у них было очень... У них большинство юнитов были на таких... Почти таких местах, но... Вы посмотрите на вот это вот. Да, этого чувака мы раскатали. У него все это красиво, конечно, выглядело, но его мы раскатали. Итак, кто-то у нас? Ты у нас на магах. Нубы, маги. Тень, так ли? Зомби. Да, этого чувака мы тоже раскатываем. Интересно, я играю до второго поражения? Наверное, я играю до второго поражения, да. Стрелки. Очень много стрелков. Но этого чувака мы тоже в легкую раскатали. Ригби.
Итак, сможем ли мы победить Ригби, великого игрока в компьютерные игры? 17 уровень мы не раскатали, то есть мы подошли вплотную. Воу-воу-воу, как-то резко все сдохли. Итак, поздравляю, занял 17 место в первой группе Лиги Зелень. Имею в виду, что тебя могут сместить до конца сезона. Итак. Получается, что мы подвинули Ригби, но не смогли подвинуть 17 место. Мы занимаем 18, Ригби улетает на 19, наверное. Меня тоже запросто, скорее всего, сместят, но это меня не особо волнует. Пойдем в главное меню. Это был славный бой. Потому что я вернулся в игру. Это моя вторая партия. Ладно, третья. Первую я сыграл, дошел до зелени. Вторую я слил вот буквально за 5 минут на ваших глазах в начале этой игры. Это третья партия. И с третьей партии мы сделали с вами хороший билд, отличающийся от нашего предыдущего, который смог занять хорошее место в царе горы. Ну что ж, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. Всем покеда.